снимать полную хронологию от нуля и до окончательного результата рассказать вам про все этапы. В общем, сегодня такая преамбула. Я хочу показать вам дизайн-проект всех комнат. У нас уже он готов, есть визы, кроме, по-моему, лоджии. Так напомню, что с дизайнером мы сотрудничаем удаленно, и его я нашла по портфолио. Дальше мы много общались через интернет, давали ему свои пожелания. И, в общем-то, главным пожеланием было то, чтобы интерьер был максимально такой европейский, без претензий на богатство, там, какую-то, я не знаю, трехъярусную роскошь. Итак, по порядку, недавно, буквально на днях, нам сообщил застройщик то, что уже готовы размеры, обмер БТИ квартиры, и, собственно, по результатам она получилась чуть больше, чем на 2 метра, больше, чем было в договоре долевого участия. А это значит, опять-таки, по договору, что надо доплатить. Вот эти 2 с копейками метра нам вышли более чем в 100 тысяч. И, блин, их надо заплатить наличкой. Это, конечно, удручает, потому что придется эти деньги выкорябывать из ремонта, что очень бы не хотелось, потому что и так у нас бюджет ограничен. Следующий пунктик – это то, что пора бы уже подписывать акт сдачи приемки квартиры, но мы оттягиваем этот момент, потому что после того, как вы подписываете акт, обязанности по оплате коммунальных платежей уже полностью лягут на ваши плечи. Соответственно, если прям сегодняшним днем вы не собираетесь приступать к ремонту, то делать это особенно смысла нет, потому что квартира будет простаивать. Собственно, теперь о дизайн-проекте. Главное – это то, что мы решили объединить кухню с гостиной. Почему? Многие подписчики меня разубеждали, что это глупость и не надо так делать. На самом деле, если для вас прям фанатично, принципиально отвратителен запах еды, то, наверное, это для вас не выход. А в нашем случае мы оба, в принципе, относимся нормально к запаху еды, учитывая, что будет стоять вытяжка, во-первых, и, во-вторых, то, что мы не планируем жарить какие-то, не знаю, особо протухшие вонючки, варить прокисшее молоко или, в общем, нечто такое, чем рискует провоняться вся мебель. Зачем же мы решили объединить комнаты? Я, насколько вот не огромный там любитель готовки, но меня удручает вот это состояние изолированности, когда ты готовишь есть. То есть, сидя на кухне, ты находишься как будто в кладовке, никто и к тебе не приходит, ты никого не видишь, сидишь вот это в ссылке, чистишь картошку. Мне хочется, чтобы процесс приготовления пищи, он, знаете, как-то органично сливался с процессом общения с семьей. То есть, чтобы я там видела, что происходит в квартире, да, в гостиной, если там гости, параллельно общаться с гостями, там, Серега, если там, не знаю, он в гостиной, я на кухне, в общем-то, мы сможем нормально переговариваться, друг друга видеть, и не будет такого ощущения, что ты провинился, и тебя куда-то сослали. У нас не будет такого полного слияния комнат, потому что по дизайн-проекту предполагается стеллаж. Этот стеллаж будет от пола до потолка, мы его будем делать на заказ, пока неизвестно где, но по совету дизайнера он предполагается из сосновых брусьев или сосновых досок. Этот стеллаж будет достаточно широким, и, собственно, в нем поместятся какие-то, не знаю, предметы декора, интерьера, куда можно будет ставить цветы. В то же время он даст некоторое зонирование комнат, но вот эти ячейки, они будут достаточно крупные, и, в принципе, будет видно то, что происходит сквозь этот стеллаж в гостиной. Саму мебель, как я говорила, мы попросили дизайнера подобрать из IKEA, и большинство того, что есть в дизайн-проекте, это, собственно, икеевские всякие атрибуты, потому что, на наш взгляд, при ограниченном бюджете IKEA это отличный вариант, потому что то, что видела я даже в местных магазинах, местное производство мебели, это все какой-то привет из СССР, что-то очень такое дешевое, да, по качеству исполнения, претендующее на нечто очень дорогое. То есть вот эти вот кривые линии, волны вообще, где ни попадя, эти стразы, блестящее рыжее ламинирование, эти цветы от пола до потолка. Просто это какая-то жесть. Единственное такое приличное, что реально привлекает, это вот мебель в IKEA, как ни странно, потому что она такая простая, лаконичная, да, подобрана со вкусом, там какие-то применены зачастую экологичные материалы,
та же сосна, там, не знаю, хлопок, в принципе, более-менее меняемые цены. Что касается коридора, то, в принципе, как и вся квартира в целом, по нашим пожеланиям, цвета подобраны такие пастельные, спокойные, без вырви глаз ядреного, чтобы, если захочется праздника, ярких акцентов, то можно было сделать с помощью деталей, каких-то нюансов, там, не знаю, ярких картин, подушек, наволочек. В общем-то, в коридоре у нас предполагается немного мебели, это встроенный большой шкаф, который будет утоплен с помощью гипсокартона как бы в стену, и обычная раздевалочно-лавочная каморка, где будет стоять обувь и висеть верхняя одежда. В принципе, дизайнер предполагал, что туда можно как-то поставить какие-нибудь картины а-ля абстракция, для того, чтобы не было уж совсем такой больничной санитарной обстановки. Мы это думаем сделать, единственное, что, скорее всего, картины будут стоять не на полу, а подвешены, потому что если они будут стоять на полу, то особенно если у них будет рифленая какая-то поверхность, то пудово их просто в клочья раздерут кошки. Что касается покрытия на стенах, то дизайнер не предполагает нигде обои, только покраску. Но, в общем-то, в Европе принято красить стены. Краска, по идее, она посложнее сдирается теми же кошками. Спальня. Первоначальный вариант спальни был совсем такой экстравагантный. Там предполагались доски над изголовьем кровати, такая яркая как бы зона центральная, которая привлекала к себе внимание и приносила в комнату изюм, потому что все остальное очень лаконично. Но, в общем, мы подумали и попросили сделать такой более, не знаю, какой-то спокойный вариант, не слишком экстравагантный. И там мы планируем сделать такую кирпичную стену по ширине кровати из облицовочного кирпича. Опять у нас было два варианта, либо красный кирпич, либо белый кирпич. Скорее всего, мы остановимся на белом. И также хотим осветлить потолок, потому что в проекте дизайнера он более темный, но вот привычнее, когда потолок посветлее и как-то, не знаю, ну спокойнее, нет ощущения груза на плечах. И что касается дизайна санузла, то он тоже подобран в сочетании с общим стилем квартиры. Это вот, знаете, такое что-то очень спокойное, домашнее, размеренное, в то же время с некоторой изюминкой, которая будет разбавлять общий белый цвет комнаты, пола, стен, но в то же время из-за того, что все остальное такое однотонное, она не будет смотреться, знаете, попугайче, не будет раздражать, потому что лично мне, ну, неуютно в комнатах, где очень много ярких акцентов, и каждый как будто бы, знаете, занимает часть своего мозга. В итоге невозможно расслабиться, потому что цвет как-то действует, знаете, тонизирующе, и ты постоянно в каком-то драйве, а хочется все-таки прийти домой и получить в первую очередь расслабленное ощущение, что здесь ты можешь отдыхать. Что касается пола, то в большей части дизайнер предполагал положить доски из сосны. Честно говоря, еще под большим вопросом у нас, влезет ли это в бюджет, потому что даже когда я смотрела обычный какой-то паркет из Leroy Merlin с маленькой верхней деревянной частью, это тоже уже выходила вообще в какую-то офигенно круглую сумму. Поэтому будем смотреть по факту наличия средств, но в целом вот этот вариант, мне кажется, очень неизбитый, это необычный ламинат. Кстати, сейчас у нас дома обычный ламинат, который мы брали чуть ли не самым высоким классом прочности, средний по цене, и в итоге буквально уже в первые там пару месяцев эксплуатации у него в некоторых местах как будто бы откололись щепки сверху, и получились такие небольшие трещинки кое-где. В принципе, на этом процесс распада пола остановился, но вообще сам факт того, что это происходит, несколько удручает, причем их очень сложно замаскировать. Если даже менять кусок, придется разбирать, не знаю, полкомнаты, если не больше, и все это заново выкладывать. Поэтому вариант с новой доской на полу, мне кажется, отлично. Во-первых, это экологично, это будет пахнуть деревом. И, во-вторых, теоретически, как мне кажется, отдельную сосновую доску, в принципе, можно вынуть и заменить на новую. Но единственное, что меня смущает, это то, что у нас наша кошка жирная Матильда. Вот она наша, уже тресточка. Да, Матюня, передавай привет. Передавай. Она очень любит гадить мимо горшка. А без когтей только. Давай.
Соответственно, я опасаюсь того, что все, что она может выписать, оно плавненько утечет под сосновую доску. То есть, в принципе, даже сквозь щели между паркетинками, между ламинатом, да, это все может протечь. И мы уже самые такие опасные места все там заделали герметиком. Если это будет сосна, а между сосновыми досками, в принципе, предполагаются некоторые щели, то я боюсь представить, во что превратится квартира после того, как там пару месяцев поживет Матильда. Если вам понравилась работа дизайнера, то его контакты я оставлю под видео. Вы можете с ним связаться, он работает в том числе удаленно. Расценки у меня очень часто спрашивали, они есть на его сайте. И теперь хотела вам показать первый практически краеугольный камень будущего ремонта. Это часы. Да, они огромные. Их выбрал наш дизайнер в магазине Old Time. В общем, долго он там копался, потому что выбор большой. Но, собственно, я так и не поняла, куда мы еще планируем повесить. Но главное, что они вписываются в интерьер. И к тому же они такие необычные. То есть все остальное еще находится в какой-то далекой проекции. А часики уже имеются. Видите, немножко такие состаренные. То есть они как будто бы побелены, да, хотя это не побелка, а что-то такое вот. Не знаю, непонятно, матовая какая-то краска. И, в общем, в местах у некоторых есть такой эффект, как будто вот эта побелка, она чуть-чуть осыпалась. Это, на мой взгляд, придает им какой-то антигламур, знаете, такую абсолютную неприглаженность. В то же время мне очень нравится вот такой вот бело-кремовый цвет. Неброские цифры и тоненькая стрелочка. Небольшой какой-то привет из прошлого. Точно не помню, сколько они стоили, но они были не очень дорогие. В общем, ссылку я на них внизу оставлю, кому интересно, посмотрите. Так что я очень жду ваше мнение о том, что вы сегодня увидели. Может быть, у вас есть какие-то советы. Я с удовольствием все почитаю. Всем большое спасибо за внимание. Ждите следующих выпусков.